батюшка цветы собирает с главной сестрой старшей. Архиерея ждут. Красота цветов неописуема. Соломон не одевался во всей своей славе так. Другой раз начну рассматривать, голова кругом идет. Какие там извилинки всякие. Вот батюшка нарезает. Любовь принесла. Вот что, с одного семечка. Вот тут, наверное, всего два ростка. А посмотрите, как... И пчелки, и шмели. И главное, царица всех цветов. Кто? Роза. А на самом деле лилия саронская. Люди просто не знают ее. Главный цветок лилия саронская. Почему буддисты его избрали? Ты сидящий превосходный в лилии. Это у них Будда. Мне, например, лилия больше, чем роза нравится. У меня и лилии больше сидит. О, маны падме хум. О, маны падме хум. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ну вот так, намерены встретить владыку святами, проводить его в радости, причаститься у него. Вот, любовь принесла две полные корзины. Это любовь. Это любовь моя. Тоже Георгий. Это Георгий. Да. Это вот помпольные. Раз, два, три. Это тоже четыре, пять. Вот это вот пять цветов. Шесть, это совсем другой цвет. Шесть цветов. Разновидности Георгий. Георгий. Перила батюшка подновил одни. Владыки, держатся. Вот, Сергей, видишь, как владыку готовится встречать? Сколько цветов понарезали. Посмотри. Красота неописуемая. Аж как-то черна немного краснота. Глянь, бордовая, темно-красный. Это сколько же лепестков у него? Сумочка, моя. Сумочка, где? Дай. Да я дал подержать, цветы резал. Я вспоминаю, как в нашем монастыре в Свято-Васильевском встречают владыку. Там у нас очень много цветов растет в монастыре. Так в целую дорогу, тротуар вымащивают цветами, короче. Вот как делают. Ну, сколько... а цветы, в смысле, тоже садят рассаду, да? Да. О, подкатывают на велосипеде. Кто там? Надежда Васильевна, конечно. Единственный женского рода, кто ездит на велосипеде. Тут Ирина еще ездит. И вот у них при храме тоже площадь так заасфальтирована. И вокруг храма все там это. И вот каждая эта дорожка вот окаймляется цветами. Угу. Каких только там цветов. Я говорю, это вот просто золотые руки у человека, который занимается этим. Какая красота все лето и осень. И вот сейчас вот мы молились, чтобы нам хватило до престольного, чтобы морозом не убило. И слава Богу, вот Господь сохранил вам цветочки. Чего ты ничего? Заходите. Степа катят, Никита катят. Скорее, 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 сейчас Никита тебя догонит. Скорее, скорее, скорее. Это на богослужение 15 сентября 2017 года, около 5 вечера, пятница. А в субботу у нас престольный праздник. Завтра ожидаем владыку Барнаульского и Алтайского, митрополита Сергия Иванникова. Это наш владыка.
Один владыка. Всякие прекратил поношение во всей епархии. Один. Ну, там, не считая другой епархии, какие там есть. И уже сколько лет это дважды в день деревни, после 14 мая, и всегда 16 сентября. Там в первое воскресенье после 14 мая в день деревни приезжает. У нас отдыхать очень хорошо. Вот около церкви, церковь, это школа. Все в цветах.